Сразу 4 индивидуальных предпринимателя из Ненинского округа стали жертвами мошенников. Аферисты работали во всемирной паутине. Они разместили в интернете объявление, что якобы их организация занимается продажей и поставкой сахарного песка по низкой стоимости. Ждать первых клиентов долго не пришлось. Так один из местных бизнесменов посчитал, условия сделки вполне выгодные, и заказал у преступников крупную партию товара. Связавшись с представителем организации и обсудив условия сделки, он заключил договор о поставке 10 тонн сахара на сумму свыше 260 тысяч рублей. Но данная организация договорные обязательства не исполнила и денежные средства не вернула. Предприниматель, поняв, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Напомню, всего договоры на поставку сахарного песка с интернет-мошенниками заключили 4 предпринимателей, 3 – жители населенных пунктов региона. Никто из них товар так и не получил, и это несмотря на полную предоплату. В управлении МВД сообщили, по данным фактам уже возбуждены уголовные дела, правоохранители сейчас выясняют личности аферистов.